Отдел был из категории веселых и неуправляемых. Мария, разливай борщ. Я прошу, чтобы с сегодняшнего дня в отдел не вносились борщи, супы, котлеты, зразы, а зуб по-татарски. Ибо вы находитесь в стенах учреждения, а не на полевом стане. Я что, непонятно выражаю свою мысль? Прекратить балаган! Извините. Сексуальная революция. У нас? У них. А я думала, у нас. Но у нас тоже есть кое-какие сдвиги. Например, некоторые женщины выдвигают такой тезис. Мужчина, обуза. Выходит, пока я своему окаянному борщи варила, мир-то, оказывается, не стоял на месте. А я тебе что говорю? Ну, что я тебе говорила? Ведь лучшие же годы упустила. Что? Ой. Слушай, мать. Чё? На минуточку. Ага. Я сейчас. Брать? Чего ты? Чего ты есть? Бери! Беру! У нас новый начальник. Новый? Садись. Пытается нас прибрать к рукам. Но мы не сдаемся. Тихо. И правильно делаете, молодцы. Сколько мужиков извела? Все побережье. Ну да. Заступница ты наша. Спасибо тебе за всех за нас. Демонстрируй загар, девочки. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я думаю, нам пора познакомиться. Борис Павлович. Очень приятно. Скажите, вы никогда не бывали в Ольвии? Нет. Я почему спрашиваю, лицо ваше очень знакомое. Бывает. Извините. Евгения Ивановна. Вот еще что. У нас в отделе очень скверная дисциплина. А вы человек, пользующийся уважением коллектива. Не согласитесь ли вы посодействовать мне в решении этой проблемы? Хорошо. Я подумаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Так. А время топало себе. Лобановский вернулся в Киев. Наступил-таки его звездный час. Помните его знаменитые поклоны во время бега? Так вот теперь он их проделывает, сидя на лавочке, мысленно пробегая за каждого футболиста. Новые футбольные звезды колеблют нынешний небосвод. Иные, вот только сухой лист, никак не летит в ворота.
Балдею. Приезжайте скорее. Коллективу плохо. Выдубицкий монастырь. Да. Скорее. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Я прошу запомнить, раз и навсегда, здесь учреждение, а не Мулен Руж. Тихо! Скорую помощь вызывали? Что? Кому здесь плохо? Мне плохо. Спустите брюки. Это зачем еще? Спустите брюки. Давайте лучше в руку. Ну, будьте мужчиной. Во всех этих розыгрышах чувствовалась твердая рука режиссера. Сейчас на ваших экранах сборная ветеранов. Капитан команды Валерий Лобановский, ныне тренер киевского «Динамо». Итак, игра началась. Что это? Угловой? Кто будет подавать? Неужели король сухого листа? А если и в самом деле сейчас это произойдет, случится? Вот разбегается, бьет. Мяч в ворота! Но не сухим листом, увы.